Повезло тебе, парень. Чертовски повезло. Почему это? Я принял тебя за чудовище. Можно принять. Всем привет, дорогие друзья. Вы на моем канале Lord Voodoo. Мы сегодня поиграем с вами в GTA-шку и Франклин вместе со своими друзьями. Вечеринка удалась, как видите. Покурили ганджубасик и решили отправиться на охоту. Поймать Йетти. На карте появилась у нас точка. Садимся в машинку. И сейчас выдвинемся. Вместе с друзьями будем ловить дикого зверя. Йетти! Давай быстрее, Майкл. Что-то такой медленный. Погнали! Ехать нам совсем в другой конец города. Даже за город, я бы сказал. Давайте отметим эту точечку, чтобы не заблудиться. Находится наш Йетти вот здесь вот. Отмечаем точечку и погнали. 6 километров. Ну, мы поедем с другой стороны. Мы не будем ехать через горы. Поедем вдоль побережья. Осталось нам совсем чуть-чуть. Сейчас вот свернем в горы. И мы будем уже практически на месте. Там нас ждет охотничек. Сразу поставьте пальчики вверх хотя бы за те костюмчики, которые одел наш Франклин вместе со своими друзьями. Также подпишитесь на канал, если до сих пор почему-то были не подписаны. Очень приятно получать хорошие отзывы. А самые лучшие отзывы, которые вы напишите в комментариях, я, конечно же, вставлю в видео. И вы увидите себя в видосике. Практически на месте. Давайте машину поставим чуть поодаль. И пойдем прогуляемся вместе с друзьями, чтобы нас, не дай бог, наших друзей почему-то не взяли на квест. Так, это тут... Вот он, охотник. Я его вижу. Иди сюда. Повезло тебе, парень. Чертовски повезло. Почему это? Я принял тебя за чудовище. Можно принять. Чуть не выстрелил. Опять вы вляпались в рундин. Чудовище? Что ты веришь в эту хрень? 8 лет хожу по этому лесу и видел одного раз 100. Никогда не удавалось попасть. Вот, глянь-ка. Свежий помет. Чувак, ты что, таскаешь дерьмо в кармане? Конечно. Постой-ка. Ай, ты пострелил меня, урод. Черт. Черт, мог поклясться, что стрелял в ублюдка. Что... Короче, они прячутся. Чудовище, значит. Фотография неплохо, но трофейная голова еще лучше. Он сейчас срет вон там, в долине. Я прикрою тебя с утеса. Ты не представляешь, сколько я уже охочусь на этого ублюдка. Прислушайся к его жуткому вою. Если завоет, значит, либо ты его нашел, либо он тебя. Исследуйте территорию вокруг экскрементов. Экскременты! Пойдемте, Треворы и Майклы. Исследуйте территорию. А куда нам идти-то? На гору лезть? Ага, нам в другую сторону. Давайте, на машинке. На вот этой. Кто влезет, тот со мной, кто не влезет, тот бегом. Тревор, ты бегом. Угнали чувака тазик, короче. Но я думаю, он сильно переживать не будет. Пойдем изведаем территорию. Йетти, ты попал! Ты попал, как никогда. Майкл с Тревором пришел, еще и Франклин тебя пришел убивать. Так, исследуйте территорию. Давайте исследуем. Тревор, бегом, бегом, бегом. Шевели батонами. Ух ты. Оба, оба, я вижу его. Побежали, пацаны, пацаны. Ух ты, олени, привет, олени. Он туда, он убежал куда-то. Вы за мной? Давайте. Куда он спрятал? На гору пошел, я видел. Вон, 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 вон. Прислушайтесь, говорит. Вот он. Во, 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 я вижу его. Опять нагадил. Меня бы не сожрали бы тут. Так, то гиена побежала. Так, сюда куда-то он пошел. Где, 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 где? Вот он. Вот он. Стоямба! Стой! Снежная королева! В кусты спрятался. Не попал? Да ну нафиг. Во-во-во-во. Стой! Стой, стрелять буду! Предупредительный в воздух пустили. Куда ты делся? Ну куда ж ты делся, мальчик? Мальчик дорогой. Вот он, вот он, вот он. Оба, исчез.
Вон, во-во-во. Животное. Так, тут еще эти же. Троглодиты ходят. Вы давайте меня защищать, если что. Вон туда пошел. Вон туда он пошел. Вон он, вон он. Бабах, попали. Все только не говорит, что я его не замочил. Стреляй, человек. Да, я уже. Стреляй в меня, человек. Не хочу мучиться. Да что ты мучишься? У тебя же подмышка попала. Я последний в своем роду. Эволюция, жесткая эволюция. Мы 1000 лет жили в этом лесу. Постой-ка. Что это за маска? Угу. Не хочу мучиться, человек. Мужик, перестань нести эту херню. Что творится у тебя в чердаке, раз ты бегаешь по лесу в дурацком костюме? Я последний в своем роду. Чувак, да ты просто фрик. Эй, я не фрик. Нет ничего плохого в том, что я возбуждаюсь. Отыгрываю роль фантастического существа в костюме. Гав. Что ты еще за хернотень? А как по-твоему? Гав, чувак, да иди-ка ты нахер. Гав, гав, гав. Так, чуваки, будем его убивать, а? Выполнено. Оставшийся. Чуваки, что делать будем? Убьем его? А? Давай, застрели его. Или давай его к себе в банду возьмем. Чем мы тут по лесу, как фрики, бегаем? Вот нам этого чувака точно не хватало. Оп. Пошли с нами, чувак. С нами весело. Ну, вон какие веселые ребята. Мы тебе потом тоже костюм выдадим. Че, ребята, говорите, значит, берете меня с собой? Свою веселую компанию? Классно. Тревор, пошли. Я всегда мечтал побегать по лесу, потерроризировать народ. Давайте побежим. Кого-нибудь убьем. Давайте охотника, может, убьем, а? Оба, вон его машинка. Давайте угоним его машинку. А, может, охотника надо было с собой взять еще? Ребятки, может, охотника возьмем с собой, а? Как вы думаете, найдем мы его? Давайте вернемся. Побежали за мной. Бам-бам-бам-бам-бам. Охотник где-то тут должен быть. Оба, туристы. Туристы, ну-ка, деньги сюда. Ну-ка, стой. Стоямба. Тетя. И дядя. Кучу денег мы нашли. Кучу денег мы нашли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, я тут мочканул туристов. Сейчас полиция приедет, будем отстреливаться. Будет все как в взрослом кино. Вот они тут лежат такие, худенькие, сладенькие. Туристики. Мы поймали снежного человека, сейчас приедет. Можно вот здесь спрятаться, кстати, в канализации. Давай. Оп. Все, спрятались. Весело, а? А ты, Тревор, что молчишь? Ничего не говорит. Маска рот залепила. Бадди! Полиция, ты где? Давайте навстречу им. Вот они. Давай. Вот, они хотят меня убить. Сейчас покатаемся на полицейских тачках еще немножко. Куда поехал? Это моя машина. Моя машина, я сказал. Пошел вон. Ребята, садимся, запрыгиваем. По городу покатаемся. Сейчас в город поедем. Давай, 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 быстрей. Машинка-то застряла немножко. Давай, отстреливайся. Ба-ба-ба-ба-бах. Не догонишь, не поймаешь, только письку обломаешь. Вот такие вот дела. Давай, Франклин, стреляй. Тревор без матюков не может просто. Давайте уходим. Сейчас уйдем от полиции. О, ух ты, какая машина, смотрите. Я хочу эту машину. Ух ты, дырка. Сюда можно убежать. Пошли за мной. Оп, мы спрятались. Чуваки, вас сейчас полиция захавает. Вы куда разбежались? Ой, дурачки какие. Тут же прятаться можно. Тревор, хоть ты-то не убегай. Тревор. Все, я ушел от полиции. Вы как хотите. Тревора мочкарят.
Во, вернулись. Молодцы, всех перестреляли. Классно. Все, вот это Хаммер. Я хотел Хаммер всегда, я мечтал. Я работал, когда в театре, я мечтал получить свой Хаммер. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал Лорд Вуду. Мы сегодня поймали себе в друзья снежного человека. Вот он наш снежный человек. Вот они наши друзья. Целая пачка вас тут. Ты чё, снежного человека никогда не видел? А чё ты, а? Чё сигналишь-то? Будешь знать у меня, как тут себя вести, понимаешь, грамотно. В общем, всем пока, до новых встреч. Снежный человек пойман. И в следующих сериях мы будем с вами искать, наверное, золотые лафофоры. Если ты не хейтер, чмого лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись. Уважаю я людей, добавляю всех друзей. Добавляйся ко мне ты, воплощай свои мечты. Перестанешь ты болеть, сможешь быстро повзрослеть. Врагов быстро одолеть и по жизни преуспеть. Я играю в GTA, пишу видео, друзья. Моды ТГЧ онлайн, все покажет мой канал. Ты давно его искал, зря дни жизни прожигал. Вуду Айронха с тобой, делюсь тайной игровой. Ты зазря не пропадай, всему миру ты задай. Удивляйся, улыбайся, GTA ты наслаждайся. Удовольствий не лишайся, в стороне не оставайся.